Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Опять обозреваем Invox, только теперь у нас социальные сети данного проекта. Мы видим Twitter. Довольно много твитов у них, 277, то есть они много информации дают о своем проекте. Читателей 8445. Так, мы видим, что они публикуют в основном новости, ссылки на свои статьи какие-то. Так, вот такие вот замечательные фотографии. Вообще, ну, довольно полную информацию дают для пользователей Твиттера. Так что можно сказать, что данный проект заботится о своих пользователях. То же самое, примерно такие же посты в Фейсбуке. Мы видим вот просто потрясающие наше воображение фотографии. Это замечательная команда, видимо, разработчиков данного проекта. Они все в работе, все на позитиве, и это замечательно. Итак, Medium. Посмотрим, много ли статей у данного проекта. Здесь они более такую информацию полезную дают. Не просто новости, а какую-то такую выжимку всех новостей. Подписчиков не так много, но их и не должно быть много, потому что мало кто пользуется данным сервисом. Но все же, если вам интересно, советую почитать о данном проекте в Медиуме, почитать статьи, узнать, какое видение у разработчиков, потому что если вы узнаете их видение, вы будете с ними на одной волне и, можно сказать, станете, правда, частью данного проекта. Если он вам приглянулся, то дерзайте. На этом, я думаю, можно закончить рассмотрение. Также вы можете вступить в чат в Телеграме и задавать там вопросы, общаться с такими же людьми, как вы. Думаю, на этом все. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.